Утром 15 апреля в станице Северской загорелся приют для животных. Директор Елена Шучко первая бросилась на помощь. При этом пострадала сама, обожгла руку и ноги. В 9 утра я вышла в очередной раз кашу ставить, и полыхал ангар. То есть каждые 10 минут я выхожу и не знала, что делать, то ли МЧС вызывать, то ли заливать. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро приехали на помощь и буквально за 15 минут потушили пожар. Но без жертв обойтись не удалось. Из 20 спасенных трое обгорели, но жить будут однозначно. Но три собаки не смогла вытащить. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы, но владельцы и волонтеры приюта подозревают поджог, ведь угрозы поступали неоднократно. И писали мне, и в ВК, и везде, что вас сжечь надо и пострелять надо. Ну вот, наверное, получилось. Приют основал фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь» около года назад. Находится он, можно сказать, на самом отшибе станицы, чтобы животные не мешали жителям. Мы поэтому и выкупили эту территорию, чтобы никому не мешать, чтобы не были мы в Северской, чтобы это все было, как говорится, обособлено от людей, чтобы не мешали наши собаки. В пожаре пострадали не только животные. Сгорели холодильники с едой, сухой корм и медикаменты. Разрушены вольеры. На помощь откликнулись волонтеры. Разобрали завалы, привезли корм и воду. Но главные работы по восстановлению приюта еще впереди. Первое – это, естественно, восстанавливать вольеры. Восстанавливать вольеры и будки, все. То есть 3D-секции не погорели, слава богу, но будки, конечно, он все в хлам. 4 вольера полностью выгорело. Вот, их нужно восстанавливать однозначно. Всего в приюте содержат около 130 собак и 50 кошек. Животных прививают и стерилизуют.